речи. Участвуют те, кто хочет. Никого не заставляют, очень хорошо. Но поскольку вы будете участвовать без, я советую вам попробовать. Итак, вот ручки я раздам. Если есть свои, очень хорошо. Итак, пожалуйста, у кого нет ручки, будет участвовать все, ребята, сейчас попробуйте, да? Вперед, держите листики. Что нужно? Напишите сразу все-таки. Порядок. Фамилия, имя. Кто не хочет, не надо. Каждый за себя. Так, пожалуйста, всем по листочку. Можно ручку? Ручку сейчас дам, садись. Пожалуйста. Фамилия, имя. Если ручки есть, очень хорошо, нет, там. Так, пожалуйста. Так, все, пожалуйста. Дай ручку. Так, держи. Так, садись, пожалуйста. Чего? Надо у меня ручки меньше, а я будете делиться. Это у нас на них. Так, фамилии напиши, потому что это крайне важно при проверке. Если вы вдруг напишите фамилию, не напишите имени, ваше решение может потеряться. Пожалуйста, не забудьте. Входи в фамилию. Можно ручку? Так, ручек меньше. Пожалуйста, сядьте, девочки, фамилию. Так, итак, значит, система приехала.